Пока Сашка спал, я сделала браслетик вот такой вот. Вот видите, тут три кошки. Ой. Три кошки и две рыбки разные. И камушки. Все уехали, а бабушки остались. Следы творчества. Причем вот это вот не отмывается. С чипсами пополам. Это розовое так и не отмывается. Ой, бедный стол. Что он только не видел. Ой. Стул, переживший ремонт. Тоже надо все оттирать. Ну что, гости наши все уехали. Вот зато Марина мне позвонила. Рассказала, как Сережин день рождения прошел. Сережке 60 лет. Обалдеть. Не знаю, он для меня так вот как-то всю жизнь тот молодой. Здоровый двухметровый парень. Ой, чтобы показать вам размах этого мероприятия. Сейчас я вам покажу только стол длиной. И он не один. Я всю жизнь поражаюсь, конечно, Марининому. Мало того, трудолюбию, ее энергетики сумасшедшей, как она вот эти вот справляет такие праздники, и как она умудряется, ой, ну я не знаю, я бы, наверное, умерла от такого. Ничего, звонит веселая. Ой, ну ладно, дай бог вот им здоровья, я их так люблю, обоих. Дай бог Сережке здоровья и долгих-долгих лет жизни, и Марине тоже. Я сначала подумала, думаю, а что это шишек так мало? Ребята, что ли, растащили? А потом смотрю, а они от дождика закрылись. Они же были раскрытые все, а сейчас закрылись, и как будто их меньше стало. Вот как они, да? Они что, получаются, живые, хоть из дерева снятые, упавшие? Почему они реагируют так? Слушай, я никогда не задумывалась. Ну, или просто внимания не обращала. Надо же. Да. Во, природа. А вы обращали внимание на такие вещи? Были такие толстые все, ну, такие распушенные. Как? Век живи, век учись, дураком помрешь, это точно. Невозможно все знать. Ой, у меня так день бездарно прошел сегодня. Вот бездарно. Единственное, вот пока Сашка спал, браслетик собрала. Все. Целый, вот что вчера. Да вообще, вот эти все дни. Я что-то мою посуду целый день. Только поедят, опять посуду мыть, опять это, и как-то что-то там, чуть-чуть, тут чуть-чуть, что-то, и, в общем, короче, ну, просто. Был день, и нет его. Я очень не люблю, когда у меня такие дни. Я люблю, когда у меня сделаю и того, и сего.
А тут как-то... А время уже 8 почти. Да. Главное, ничего хорошего не предвещает. Ветер, тучи. В общем... Жалко, да, ребятам осталось чуть-чуть. Вот такая погода. Ни на море не съездить, ничего. Доброе утро, мои дорогие. Пасмурное утро сегодня. После обеда обещают дождь, к вечеру усиление. Вот так вот. Пасмурненько. Вон розы опять надо обрезать. Опять все то же самое. Вот, Леночка Рощупкина мне прислала фотографии в моих украшениях. Девчонки, так приятно. Вот прям приятно. Вот, спасибо, Леночка. Вот сейчас вам покажу. Так что присылайте свои фотографии. Ну, если стесняетесь, можете лицо не показывать. А мне так очень приятно. И пусть девочки остальные посмотрят, как на человеке это смотрится. Потому что манекены, они с Алиэкспресса маленькие. Ну, не настоящие люди. Вот. А на живом человеке сразу по-другому смотрится. Пристроила я Оксанин цветок. Ну, это теперь будет видно, когда все сделается. Единственное, тут большое расстояние до горшка получилось. Такая толстая палка. Ствол такой. Надо будет его чем-то скрыть потом. Ну ладно, доделается. Придумаю чего-нибудь. Ну, ведь придумаю уже. Конечно, придумаю. Кончились у нас яйца. И кончаются у меня таблетки от давления. Хотела поехать с Сашкой. Но что-то небо все темнее и темнее. Обещают после, прям после обеда. Усиление дождя, как вчера. Что-то как-то не хочется под дождик с ним попадать. Да ему на море хочется. Ну а какое море? А сейчас приедешь, он скажет, пойдем на море, купаться хочу. Ладно, займемся дома делами. Благо их немерено делать их. А я вот, мои хорошие... Иногда так пытаюсь представить, кто чем занимается. Ну, проще, конечно, девочек, которых я видела вживую, скажем так. Ирочку из Москвы. Ну, Лена Баттл, понятно, она и так все снимает. Ирочку в Сочи. Ну, девчонки, ну, кого я знаю? Даже с кем вот разговаривала, с Ираидой, да, вот, допустим, с кем я разговаривала, Лариса Артамонова. Я вот представляю, как они там, кто посуду моет, кто что-то там делает. Я говорю, часто у меня такая мысль бывает, Господи, думаю, вот так бы хоть видеть бы всех, поболтать. Чем живут люди, так интересно. Ну, это, видимо, несбыточная мечта. Так, дождик начинается. Ладно, пойду в дом. Сашка сидит, мультики смотрит. Рисовать не захотел. Хотела сказку почитать. Не хочу. Включи мне фиксиков. Сидит, смотрит фиксики. Старшие пацаны спят, как всегда, до обеда.
Родители вчера даже не позвонили, когда ехали в Симферополь. Надо им сейчас напомнить о нас. То ли вечером сегодня приедут, то ли кто его знает, то ли завтра. Но это уж как они надумают-то. Есть ли у них какие там дела в Симферополе. А, они хотели еще до Севастополя доехать к Мише. Мишу уехали с Полиной, очки от солнышка все оставили. Конечно, солнышка-то не было вчера. Ну ладно, вроде обещали приехать на выходные. Заберут. А если не приедут, я сама до них, может, доеду. Ну, опять доеду. Доеду это когда пенсия будет. Ой, это пенсия, ее не знаешь, куда пихать. На один день та пенсия. А так бы хотелось там. Секонд-хенд-то с бижутерией обещали привезти в начале июля. Ой, ну ладно, что загадывать? Загад не бывает богат. Ладно, пойду пока делами заниматься. А то мечтать-то я могу хоть целый день тут стоять. Дело к вечеру. Едут родители. Позвонили, скоро уже в Евпатории будут. А я говорю, я в магазин не ездила, яиц дома нет. Костя говорит, ну мы же на машине. Они опять в прокат взяли машину. Вот, съездим. Марина звонила мне сегодня аж 3 раза. Рассказывала, как прошел у Сережки день рождения. Я говорю, да я представляю. Вы представляете, сколько было народа? Она говорит, я еще не считала, надо посчитать. 2 казана по 40 литров емкостью. Мясо, картошка, овощи, там, в общем, всякое разное. Представляете, что там было? Ну и рассказывала. Ну это как всегда, смех и грех, когда много народу, да? Кто так, кто эдак. Да, хорошо бы, конечно, было съездить, но не в этот раз у меня получается. Вот, а так что? А что? Погром так и есть. Послезавтра они уезжают. Погром, видимо, останется. Не, ну я разберу, что. Что могу. Может, Костя поубирает завтра, там что можно. Ну, не доделано кое-что. Вот тут поручни нет. Тут-то есть. Мусор этот, машину вызывать. Ну, а я буду красить потом. Красить, да. Тут надо вот это заштукатурить будет, вот эти дырки-то. Ну, это я заштукатурю, ладно, это не проблема. И покрашу. Вот, и надо, наверное, не знаю, Костя, ворота-то докрасит, не докрасит. Факт тот, что мне убирать надо будет тут и ветки. Ну, этот холодильник вот с микроволновкой Витя вывезет ему на металл. А так вот буду вот разбирать все, что там всякое. Работы хватит, короче говоря. Да, но месяц был бодрый. Ветер такой прям. Хотела ехать с Сашей на море, но мне вот этот ветер прям не нравится. То облака какие-то, то еще чего. Ладно, родители съездят завтра, если погода будет нормальная. Вот, а я тут взялась, надо все белье перестирать, а то пацанов и старших, ну просто бедлам. Как вынесли мне кучу грязной одежды. А еще, видите, погода-то какая, фиг его знает, вдруг дождик будет, надо, чтобы все высохло. Ну, в общем, дел-то хватает.
Месяц был прям в тонусе, меня держали. Так что я уставала, как не знамо кто. Нервничала. И дела мои не делаются, конечно, мне. Ну ничего, сейчас уедут, я займусь вплотную. И цементом, и украшениями, и у меня тут планов всяких. Посмотрим. Так что вот такие дела. Так, ну ладно, едут. Я тогда с вами, мои хорошие, прощаюсь пока. Потому что, ну что, снимать нечего. Нечего. Будет чего, сниму. Вот. А так давайте, мои хорошие, не болейте, пусть все будет хорошо. Будет закат красивый, сниму потом. Все, давайте. Пока-пока, мои ласточки.